Каким будет рынок труда через 3 года? По данным аналитиков, к 2027 году среди наиболее востребованных будут специалисты сферы информационных технологий и работники сельского хозяйства. При этом эти направления будут не только востребованными, но и высокооплачиваемыми. Так, в прошлом году сотрудники IT-сферы в среднем получали чуть меньше 800 тысяч тенге. К 2027 году прогнозируется рост количества рабочих мест в сфере IT на 40%. На рынке появится около 1 000 000 новых вакансий. Работой будут также обеспечены специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению, так как инженерия не стоит на месте, и даже в аграрном бизнесе старую технику заменяют роботизированные, а ее важно уметь обслуживать и чинить. У нас не просто с вами комбайнеры, да, это уже специалисты, которые работают с роботами. И, соответственно, будет появляться большой блок профессий, он и сейчас уже есть, почему сложно говорить о названиях, потому что их как-то так систематизируют, в общем, это как раз разработчики, да, это у нас и разработчики будут и программное обеспечение, и по работе с искусственным интеллектом, и самими роботами, все, что с этим как бы связано, да. И отдельная история, это, собственно, сама, как бы, изменения идут в финмодели, растет потребность в финаналитиках, да, в тех, кто может отслеживать эту систему,